нужно установить прямой контакт с корой мозга сверхразума. Здравствуй, брат. Я говорю с тобой из небытия. Тасадар, но ты же погиб вместе со сверхразумом. Голод смерти мне неведом, Зератул. Мне не суждено узнать его. Об этом я расскажу в другой раз. Сейчас же тебе предстоит узнать о смелости этого существа. Смелости? Он был чудовищем. Не всегда. Зергов подвергли изменениям. И стремление нашей расы было навязано им. Сверхразум был наделен способностью мыслить и строить логические выводы, но ему было отказано в свободе воли. Всю свою жизнь он иступленно бился в клетке собственного сознания. Кто сделал это с ним? И зачем? Я не знаю. Но сверхразум нашел способ воспротивиться навязанной ему цели. Он создал то, что стало надеждой на спасение. Королеву клинков. Это безумие. Только она может освободить зергов от рабства и спасти все живое от гибели в огне. Я не понимаю тебя, брат. Забудь все, что знал до ныне, Зератул. Сверхразуму было видение о конце света. И тебе тоже нужно увидеть его. Нет, я не вынесу этого. Хватит. Тебе страшно. Ты заглянул в мир духов и узнал что-то неприятное. Это связано с Керриган? Похоже, сверхразум создал Керриган, чтобы освободить зергов от кого-то. Кого-то, кто хочет, чтобы зерги уничтожили протосов. Все перевернулось вверх дном. Где-то существует сила, желающая уничтожить всех нас. Зерги. Протосы. Они очень сильны. Насколько ужасны и могущественны те,
кто играет их судьбами. Читаю отчеты, не могу оторваться. Чертовы протасы на десятки лет впереди нас. Такое вытворяют, у меня ум за разум заходит. А то я не знаю. Со времени последней нашей встречи они кое-чему научились. Вот смотри, как это им удается перебрасывать своих парней в любую точку? Я думал, им нужны как минимум врата. Не в любую точку. Для переброски им нужен пилон или еще какой-нибудь источник энергии. Но они продолжают развивать технологии, так же, как и мы.
Черт побери. Я не знаю, что и думать о последнем видении. Зератул искал сведения о гибели Вселенной. Но в этот раз он отправился на Айюр. На Айюр? Что он там искал? Прежде всего, он пытался выяснить, зачем сверхразум создал королеву клинков. Это она уничтожит Вселенную? Нет. В том-то и дело. Похоже, она единственная, кто может ее спасти. Теперь, друг мой Рейнар, ты должен узреть видение сверхразума. Гибель моего народа и всего живого вместе с ним. Такая судьба ждет нас, если Керриган погибнет. Что-то не хочется мне копаться в воспоминаниях сверхразума. Но если это касается Керриган, я должен знать. Далекий темный мир станет последним пристанищем протосов. Великие герои этой расы соберутся там и возглавят их войско. И все до единого погибнут. Хоть и с честью. И мои зерги станут рабами гибридов. Все склонятся перед мощью падшего. Братья протосы, внемлите мне. Вот и наступил последний закат. Вселенная пылает, и это пламя уже поглотило тиранов. Теперь тьме противостоим лишь мы. Но если сегодня нам суждено погибнуть, то мы встретим свою судьбу с честью. Все как один! Энтаро Тассадар! Моя ноша непосильна. Хранилище готово, Великий. Защити нас, а мы сохраним наши знания для рас, которые, быть может, окажутся здесь в будущем. Они не должны повторить наши ошибки. Флота. Вы подоспели вовремя, адмирал Урун. Когда враг начнет атаковать с воздуха, нам понадобится ваша помощь.
сыграли свою роль, как я и планировал. Гибриды — живое тому подтверждение. А сегодня и протосы сыграют свою роль. Последнюю роль. Заходят с флангов. Нужно укрепить периметр, иначе они прорвут оборону. Я здесь, среди теней. Телепортация завершена. База атакована. Игра приостановлена. Я здесь, среди теней. Ни секунды без боя. Улучшение завершено. Телепортация завершена. Я здесь. Среди теней. Игра продолжена. Ни секунды без боя. Телепортация завершена. Телепортация завершена. Я один из немых обстоим. Смотрите же, вот мое величайшее творение. Не хватает мне... База атакована. Я здесь.
Телепортация завершена. Энтарутин разжигал. Замечена массовая активность в ульях зергов. Будьте готовы к нападению. Я здесь, среди теней. База атакована. Излучатели пустоты готовы к бою. Дезактивировать призматические ингибиторы и сосредоточить огонь на гибридах. Здравствуй, великий Муэндар. За Аюр! Физическое ядро активировано.
Игра приостановлена. Игра продолжена. Честь ведет меня. Наказуемо. Курал, я направляю свет Аюра. Физическое ядро активировано. Настал момент истины, благородный Кампиня. Пусть враги узрят ярость лучших бойцов Аюра. Вершитель Селендис, сражайтесь, не щадя сил. Быть может, это наша последняя битва. Энтара Тассадар, Зератул. Динрос Жакал. Физическое ядро активировано. Ужас.
Ни секунды без боя. Физическое ядро активировано. База атакована. Шозак мокнул. Я написал первые строки вашей истории. И я же поставлю в ней точку.
войска вступили в бой. Слава первородителям! Враг познает нашу ярость. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. Авианосец прибыл. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. База атакована. Познает нашу ярость. Ни секунды без боя. Невыполнимая команда. Используется максимально. Я здесь, среди теней. Месторождение минералов истощено.
Командир щита Аюра. Матрицы поля в пределах доступности. Запускаю телепортацию. Враг познает нашу ярость. Братья, слушайте меня, ибо наше время на исходе. Последние представители нашей расы, нашей цивилизации, собрались сегодня здесь. Верьте друг в друга. Сражайтесь как один. Эта битва оставит след в памяти Вселенной. Она никогда не забудет нас. Энтаро Тассадар! Ни секунды без боя. Ступаю в бой! Следую своему прихвату. Ступаю в бой! Энтародин разжигал. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Откуда же нам было знать?
Наш пилон атакован. Харак! Эльфоя! В едином порыве! Никаких сомнений! Ты обращаешься ко мне? База вашего искусства, место рождения минералов, истощено. Никаких сомнений! Меня ждет исход. На наши зомби напали. Зомби напали. Месторождение минералов истощено. База атакована. Я изгоню демонов прошлого. Наш пилон атакован. База атакована. Картина наказуема. Сумерки скрывают нас. Наш пилон атакован. Газовый гейзер иссяк. Месторождение минералов истощено. Наш пилон атакован. Газовый гейзер иссяк. Ты обращаешься ко мне? Место рождения минералов истощено. Место рождения минералов истощено. Место рождения минералов истощено. Атакована. База атакована. Истощено. Мы вступили в бой с противником. Наш пилон атакован. Прекрасно. Положим конец. Ты далек. Мы победим. Придет новый день. Наш пилон атакован. Месторождение минералов истощено. Действуем без промедления. База атакована. Ваши страдания напрасны.
провозглашат начало новой эры. Бой с противником. Придет новый день. Наш пилон атакован. Бой! Наш пилон атакован. Если бы мы догадались раньше. Приступили в бой с противником. Ваши войска вступили в бой. Наш пилон атакован. Приступили в бой с противником. Ваши войска вступили в бой. База атакована. Приступили в бой с противником. Керриган? Откуда нам было знать? Ваши войска вступили в бой. Правосудие восторжествует. Приступили в бой с противником. База атакована. Внимание. Мы вступили в бой с противником. База атакована. Ваши войска вступили в бой. Тасадар, мне не хватило сил. Свои мысли. Я возвращаюсь в пустоту. Их слишком много. Я же поставлю ей точку.